Всем доброе утро. Вот решила вам показать Берточку, наверное, еще один разочек. Беременную собачку покажу вам. И мы уже скоро рожаем. Состояние у Берты такое сонливое, хочет постоянно кушать. Кушать вчера даже просила черешенку подайте мне. То, что едим, все, ей хочется тоже покушать. И огурчики, и черешенку. Вот, ну, дали одну штучку. Так-то мы кормим сухим кормом, поэтому стараемся такого не давать. Берта, где твоя лапка? Вытяни лапочку. Вот, животик у Берточки. Вот такой вот на сегодня. Вязали мы ее, еще раз напоминаю, 1 апреля. Сегодня ровно месяц и 27 дней. Это получается... Ну, 30, 31 и 27, 57, 58 дней. Скоро родим. Сисечки у Берточки. Вот такие вот уже. Вот, надулись. И с них выделяется, сейчас увидим, не увидим, молочко. Вот они все надутые. Сиськи у нее вот линяют еще. Шерсть сисек разгаляется. Лысенький становится вот этот диванчик Берты. Вот буду чистить. Вот видите, он весь покрывальчиков шерсти. Он такая светлая шерсть, это животика длинная. Вот такая Берточка. Играть она уже не играет. Даже не приглашает в игру. Ходит аккуратненько так. Лежит в основном. Ложится в такие прохладненькие местечки. Да, Бертуша? Вот, а так все холясё. Вот такая вот девочка. Вот видно, да, что беременная раздалась. Бароша, Барошка там играет. Иди сюда. Не хочет. Иди сюда, Бароша. У Барошки все игрульки. Это подстилочка котика. Ну, котик сюда редко приходит. Бароня. Где наш Бароня? Барош, иди, пошли. Иди сюда. Не знает, какую игрушку взять Бароня. Ну, пускай там вошкается. Аккуратненько к Берточке. Ну-ка, фу, ложись вот сюда. Вот аккуратист такой на подстилочку. Вот он наш Бароня. Вот такой аккуратненький. Понюхал Берточку, лег так. К Берточке он не лезет. Он мальчишка молодец. Спокойный, адекватный. Но он никогда и не лез к ней, не приставал. А сейчас покажу вам по Барошке. А, Бароша, Барош, Барошку, помните, последний раз мы лечили у него. Вот здесь все лысое было, темная шкура была. Вот сейчас у него, видите, кожица посветлела. Вот здесь еще немножко темная, но уже обрастает тоже. Вот Барошка наш оброс. Вот он, весь обросший, вот коротенькие шерстки обросшие. Писюндрович у него тоже там он обрастает. Яйца. Все там обросло. Были лысые зимой. Были лысые и совсем такие голые. Все вот наросло. Видите? На ляжках внутри тоже было голое. Сейчас все обросло. Обрастает. Вот линька у него заканчивается. Пойдем чесаться скоро. Вот. Так что... что вам сказать? Все собаки живы-здоровы. Чего и вам желают здоровья крепкого. Да, Бертуша? Все хорошо. О, слышите? Слышно было? Напишите, ребята, в комментариях, кто это так громко орет. Ну, надеюсь, слышали, да? Напишите в комментариях, кто так громко орет. А всем хорошего дня. Всем пока. Приходите к нам еще по щеночкам. Когда Берта родит щеночков, с первого, со второго дня сразу же вам все покажу. Будут ролики. Ждите. Покажем, сколько у нас детей и какие дети. И кто. Сколько мальчиков и сколько девочек. Всем пока.